Транспорт Верхневолжья выпустил новые автобусы еще на один маршрут в Твери. С 19 февраля синие ЛиАЗы вышли на маршрут под номером 6 Мамулина, улица Хромова. Расписание движения автобусов уже размещено на сайте Минтранса. Это уже 12-й маршрут, подвижной состав на котором обновлен в рамках транспортной реформы. Маршрут остался прежним. Автобусы на нем начинают работать с 5 часов утра, заканчивают к 23 часам. Отметим, что в городской черте стоимость одной поездки при оплате по банковской карте или по карте «Волга» составляет 25 рублей. За наличный расчет у водителя 29 рублей.